Соревнования являются для участниц открытием спортивного сезона. Ожидается выступление 350 спортсменок, составляющих 40 команд. Так как Кубок Московской области носит открытый характер, то кроме команд из Подмосковья ожидается участие гимнасток из Вологды, Ярославля и Москвы. Соревнования являются отборочными на вышестоящие турниры сезона. Также по итогам турниров формируются команды для выступлений на межрегиональных, всероссийских и международных турнирах.